Заполнен зал, в котором было пусто. На сцене свет, а в зале меркнет свет. Сейчас вас будут развлекать искусством. Сегодня просто плановый концерт. Современный и классический балет. Любовь и интриги. Искусство и бизнес. Об этом и многом другом в программе «Знакомые лица». Кавалер ордена Дягилева за пользу русской культуре Айдар Хисамутдинов. Смотрите на национальном телевидении Чувашии 7 марта в 20 часов и 10 марта в 19:30.